Всім вітання. Це проект Good As You, в якому ми говоримо про права ЛГБТ і про толерантне ставлення одне до одного. Це наша така ключова тема. Мене звати Христина Петрик, Вітя Бревіс поруч зі мною, мій незмінний співведучий. І представляємо гостей. Сьогодні двоє гостей у нас. Це психолог Нікіта Пермяков. Вітання добрий вам, день. Нікіта. І психотерапевтка Анна Іскрова. І разом це... Здравствуйте. Вітання вам також. Разом це автори і ведучі проекту про любов. Він називається «Векторна кежуал психологія». Як мені пояснили, цей проект розвінчує міфи навколо людської сексуальності, ну а ми розвінчуємо міфи навколо ЛГБТ. Однакові корені цих міфів про сексуальність і тих, які стосуються представників ЛГБТ-спільноти? Отчасти, звісно. Все, що зв'язано з чоловічою сексуальністю, має один міфологемний корінь. Упрощенное представление о многом. Ну и в принципе, ну, мы выводим ЛГБТ в отдельную группу по признаку чего? По признаку сексуальной ориентации. Как бы то ни было, слово «секс» здесь есть. Не гендерно. Ідентичність, так? А сексуально все-таки стоїть. Якщо сьогодні буде цікаво, ми поговоримо, що таке гендерна ідентичність, що таке сексуальна орієнтація, що таке біологічний пол. Буде. В контексті, думаю, нашої бесіди це буде уместно. Буде, звичайно. Давайте про міфи поговоримо. Ну, давайте. Существують міфи о геях. Давайте візьмемо геїв. Да, чому, собственно, нас не люблять? Наверное, потому что о нас что-то думают. Давайте разберем эти мифы. Первый миф о том, что мы трахаемся совсем без... Вы так делаете? Без перебора. Без перебоя, да? И несерьезно относимся к отношениям. Почему мама говорит ребенку, который сказал ей, что мама, я гей, да? Она что ему сначала говорит? Аргументы. Почему это плохо, что ты гей? Нет, она не так реагирует. Она сначала замирает от испуга. Так. Первая а потом? Реакция ее замирания, потому что она... не знает, как на это реагировать, она не готова. И как следствие потом идет несколько видов, вариантов реагирования. Либо она нападает, ну, достаточно агрессивно. Угу. Ну, как реакция защиты на страх, да, от страха внутреннего. А почему страх-то у нее? Потому что она не готова. То есть существует... К чему? Да ни к чему. Колоссальное количество людей очень толерантны относительно геев, лесбиянок, ЛГБТ-сообществ. Но когда речь заходит о их собственных детях, они начинают почему-то очень сильно нервничать. Так, а почему? То есть в данном случае, понимаешь, я перебью, да. Извини, мы сейчас пытаемся смешать все вместе, да? Есть такой процесс, как камин-аут. Да, о нем кто-то слышал, кто-то не слышал. Что такое камин-аут? Это процесс принятия себя прежде всего, да, своей сексуальности. Мы сейчас говорим про ЛГБТ-сексуальность, да, и принятие обществом. Да. Если говорить про родителей, как они принимают, ну, скорее всего, мы имеем всегда какую-то проекцию определенную наших родителей на нас самих. Да? И, скорее всего, если я говорю о том, что я гей, да, или кто-то говорит, что я лесбиянка, то, скорее всего, включается тот самый стереотип, да, стереотип, который, вот, о которых Витя и говорит, да, не будет детей, умрет в одиночестве и так далее, и так далее. Мы все-таки не настолько высокоразвитое общество, чтобы каждый из родителей, кто сталкивается с этим вопросом, да, был настолько осведомлен. Так, это постепенный разберем. Процесс. Да, так вот мы сейчас поговорим для того, чтобы родители, которые, возможно, будут затронуты этой проблемой, да, нас послушали, и им стало легче. Давайте разберем эти мифы. Значит, что ты сейчас сказал? Ну, то же самое, смотри. Не будет детей. Да, вот. Да, смотри, давай вернемся немножко, давай. Да, к этому вопросу. Если в первом, во втором, в пятом классе приходит ученик домой, да, ребенок говорит, что я получил двойку, там, или сколько сейчас баллов, там, 0 баллов или 1 балл по математике, да, родитель, скорее всего, тоже будет реагировать каким-то образом, ну, не супер позитивно, да, вау, супер, на самом деле, почему? Потому что родитель хочет что? Чтобы была пятерка, да, потом мы идем десятка. Дальше. Ну, сегодня десятка. Десятка, да, десятка. Девятка, восьмерка. 12. Вот. Потом мы идем дальше, да, ребенок взрослеет, появляются какие-то другие факторы. Приходит первый раз домой, допустим, выпивший, да, или после какой-то гулянки, или, допустим, кто-то поздно слишком вернулся после, или вернулась после первого свидания. Мама и папа опять недовольны, есть какой-то страх определенный за ребенка, да. То конечно. Же самое, я думаю, примерно, да, мы можем рассматривать, когда человек приходит и говорит, ты знаешь, я, ну, не так все будет, конечно, как ты хочешь. Мы просто, когда человек, ребенок поздно пришел домой, пьяный, мама боится, что с ним что-то случится просто-напросто физически. То же самое. От меня, что, секундочку, а если мальчик гей, пришел домой вовремя, но я гей, что она боится? Ну, смотри, что? Ты же сам назвал первое, что у него не будет детей, умрет так, в одиночестве, у него давайте будет ВИЧ. Давайте разберемся, подождите, мама нас слушает. Будет детей или не будет детей? Это миф или не миф?
Ну, скорее всего, ну, тут як вже захочуть, мені здається, тут вирішують вже люди. Вероятность того, что детей будет больше, конечно, больше. Почему? Потому что у нас есть определенные, в нашей стране, мы сейчас говорим про наше Украину. Общество, да? Это и, ну, такой правовой процесс, он еще не завершен, да? То есть нужно думать, что-то сложнее сделать. Вот. Хотя я думаю, что у тебя есть такие знакомые, у меня есть такие знакомые, да, гомосексуальные есть, пары, да, у которых есть дети. То есть проблема решаема. Ну, не у всех. И есть абсолютно гетеросексуальные пары, которые не имеют детей и не хотят их иметь в принципе. То есть как бы направление child free развивается и, ну, абсолютно спокойно входит в умы. Тут же, знаешь, общество. Понимаешь, да, тут же, вот буквально у нас недавно был баттл, да, психологов, и там тема была child-free, и второй, как крайность, я же мать, хэштег, да, в этом направлении, по большому счету. Две крайности. Давайте вернемся к страху, потому что мы начали с него соскакивать, да. И он, в принципе, базис, да, то так. Есть от чего же все это происходит? От страха и, как следствие, от непонимания. Ну, то есть люди просто не понимают. Пришел ребенок, подросток, который начинает ощущать в себе какие-то вещи, ну, другие, инаковые. И вдруг он, вообще обычно подростки, я практикующий психотерапевт, они обычно не заявляют, не манифестируют, особенно в нашей стране, своим родителям у подобного рода влечениях. Как бывает? Бывает, но очень редко. В основном тенденция совершенно другая. Они молчат. Они не говорят об этом. То есть и родители, если они начинают подозревать ребенка, то есть тут это следующий этап, да, то есть следующая проблема, с которой мы сталкиваемся. То есть правду, которую может сказать ребенок о себе или не может в силу тех устоев, которые присутствуют в обществе, да, в силу того, что он боится, ребенок боится, что нарвется на непонимание, и, скорее всего, он на это нарвется, потому что, да, очень правильно сказал Никита, вот ребенка воспроизвела абсолютно адекватная, как бы, или неадекватная, по-разному бывает, гетеросексуальная пара. Ребенок гомосексуален. Что с родителями происходит? Почему страх? Потому что он не такой, как мы. Он инаковый, он другой, и что с ним теперь делать, никто не знает. То есть он сродни страху двух слесарей и повариха, а у них рождается ребенок, который хочет петь. Ну, приблизительно, да. Отчасти, да. Непонятное, да. Такое, а неведомо зверушка, вот такая вот, так. Непонятное существо, да. Плюс ко всему, что у родителей происходит? Сначала первая защита хлопает отрицание. Ну, такая нормальная защита. То есть она у всех начинается. С этого начинается. Потом начинается дикое чувство вины, обвинение себя, что со мной не так, а как мы не так его воспитали. То есть, да, а вот здесь уже этот эпизод, это о чем? Это о том, что люди вообще не понимают, что это такое гомосексуализм. Им кажется, что это болезнь. До сих пор, несмотря на то, что это патологически смешно, это пытаются лечить. Во всяком случае, в голове обывателя существует, опять же, миф, что это лечится или не лечится. Господа, ну, 21 век, мы наполовину оцифрованные. И багато гомофобных як раз тез базується на тому, ви хворі, лікуйтеся, тому що ви хворі. Люди. И тут опять же включается... Нехай себе сидять дома або идут лекуваться. Да, тут же включается опять такой страх. А что люди скажут? Да? У нас такое общество, когда мы достаточно не индивидуальны, да, в своей личной жизни. То есть в любом случае соседи, подружки, тети, дяди, еще большое количество людей, они скажут, что, боже мой, давай я тебя пожалею, потому что у тебя, оказывается, ребенок гомосексуален. Да? Боже, какая ты несчастная. То есть тоже такой... это же часто бывает, ведь согласись. Да? А иногда еще по умолчанию вот это вот соболезнование маме и папе, особенно то есть папе. Лучше пил. Уж лучше бы пил, да, пил, лучше бы дрался, лучше бы, ну не знаю, лучше бы он был какой-то такой конченый соц, лучше бы ларек обнес. Чем привел домой бойфренда, да, или соответственно. А вы могли бы сказать маме и папе, которые нас сейчас вдруг слушают, такого ребенка сейчас, пару утешительных слов. Одна минута. Тут не нужно утешать. Ну хорошо, пожалуйста. А что треба робити? От зорієнтуйте. Давай, я подхвачу. Тут не нужно утешать. Почему? Потому что в данном случае, если ребенок пришел домой и сказал тебе об этом, это обозначает, что у вас уже есть какая-то база доверия и понимания, да, которая позволила этому ребенку, подростку, да, прийти и поделиться. Он, тут-то не нужно жалеть, потому что в данном случае у вас позиция не слабого, да, а сильного. Сильного родителя, который, скорее всего, да, при правильном подходе и понимании выстроит такие отношения с своим ребенком, которые ну, позавидуют, скорее всего, да, большинство совершенно адекватных гетеросексуальных детей, да, которые к родителям не приходят.
Может, он телефон забыл выключить? Почему это обязательно он им должен сказать? Бывают такие ситуации, что они просто посмотрели в телефоне и все увидели. Все эти сайты знакомств и так далее. Все равно они узнали. Тоже устроили йому скандал. То це вже складніше, тому що коли дитина дає кредит довіри... Вопрос, каким образом родитель об этом узнает. Никита сейчас говорит о том, что если подросток сам приходит к родителям, к заведомо враждебной среде, и говорит, папа, я гей, мама, я гей, хочется просто помолчать. Радуйтесь, потому что ваш ребенок вам доверяет. Слово «доверие» здесь ключевое. І на цьому моменті ми перериваємося на рекламу, після реклами повертаємося до нашої розмови. Усім вітання, це проект Good As You. Представлю вам наших гостей сьогоднішніх. Це психолог Нікіта Пермяков і психотерапевтка Анна Іскрова. Також для вас у цій студії працюю я, Христина Петрик і Вітя Бревіс. Ми повертаємося до того, що робити батькам, які почули від своєї дитини такі... Ну, для багатьох, напевно, травматичні слова. Я не знаю, чи є батьки, які би сильно зраділи. Можливо, є. Можливо, скоро будуть. Можливо. Дай Бог. На самом деле, тут не нужно радоваться или не радоваться. Это просто как факт. Треба розуміти, приймати. Да, так. Нужно, і адекватно реагувати. Вопрос по поводу, как Витя сказал, да, когда это аутинг, к примеру, комп'ютер, телефон и так далі. Тут очень важно, да, тут очень важно понимать, что в данной ситуации есть, ну, допустим, две стороны. Это ребенок, да, и родитель. И очень важно понимать, что ты в этой ситуации родитель. И ты должен помочь, если ты узнал, да, об этом, каким-то образом эту ситуацию решить. Почему? Потому что ребенок, он уже не защищен, да, и уже у него есть определенные опасения и страхи, да, и давить, ну, часто это заканчивается очень плачевно. Ну, конечно, он начинает осознавать свою сексуальную идентичность, ему сложно, он пришел к тебе поделиться, ему и без этого невероятно в этом периоде времени взросления страшно. Страшнее, чем вам, поверьте, родители, гораздо. И самой, наверное, правильной фразой было бы сказать ему: «Мне не важно, с кем ты спишь, важно, чтобы ты высыпался». Ты хорошо сказал. Я даже скажу больше. Тут в этом периоде не важно, это гомосексуальный подросток или гетеросексуальный подросток. Почему? Потому что период сложный и там, и там. Возможно, что у гомосексуального подростка где-то, ну, немножко ему тяжелее. Но на самом деле период, когда ты становишься мужчиной, женщиной, да, девушкой, парнем, это и так тяжело, потому что внутри эмоции, да, которые подключены, огромное количество гормонов, да, это такой тайфун внутри. И психика нестабильна, она подвижна. Да, мы все знаем эти подростковые периоды. Неважно, гомосексуальный, гетеросексуальный подросток. В этом, вот здесь нужно подойти к нему и дать руку помощи, если ты настоящий родитель. Так ему... давай. Есть еще такая вещь, как транзиторная подростковая гомосексуальность. Тоже очень интересная штука. То есть есть определенный временной период в процессе взросления ребенка, когда девочка более понятна девочке. Угу. К ней легче подойти. Ее проще расчесать, бочком втереться, поговорить о важном, о значимом, о душе, раствориться. Я есть я. То есть растворение, идентификация. И на фоне большого гормонального, вот этой большой гормональной биохим-лаборатории иногда возникает и лесбийская связь, физическая тоже. Иногда она даже не осознается, что между ними произошло-то. Вот эта вот близость удивительная, да? То есть такой период может... И тут надо четко идентифицировать... Ну, куда тебя понесет дальше? Хотя тоже с этим много-много вопросов, потому что человеческая сексуальность, особенно в начале пути, это большой экспериментальный путь. Хлопчики таке буває в підлітковому віці? Конечно. Також. Конечно, ну, конечно. Да. Эти школьные туалеты. Тем более туалеты, мальчишка, да, с его-то эректабельностью. Я всегда говорю, что в этом возрасте у нормального здорового подростка эрекция должна быть на все, даже дыня в небезопасности. Ну, да, не помню. Вот. Это кто-то из великих сказал актеров, он говорит, что вы спрашиваете, бисексуален я? Да я трисексуален. Я триамурен, потому что когда мне было столько-то лет, даже дыня в присутствии там моем не была в безопасности. То есть, да, так, честно очень. Когда кошку гладил, бывало, да, бывало. Это так в 16. А по канату спустился мой парень в спортзале. Спустился, ой, такой весь приободренный, такой раз, оцентрованный. Ну,
Ну, в принципе, повышенная сексуальная, повышенная вот, какая-то возбудимость в этом, это нормально. Почему? Потому что тут... Здраво. Тут, да, это даже не про психику, это про тело и гормоны. Так работает. А у девочек что происходит? Да? И вообще, в принципе, по соцопросам огромное количество людей имели в подростковом возрасте гомосексуальные связи, ну, которые мы так расцениваем. Да? Но при этом они совершенно гетеросексуальные люди. Так получилось, так сложилось. Лагеря, какие-то вечеринки, да, какие-то первые опыты. Исследования. Потому что, допустим, для девочки, да, то есть мальчик еще непонятно, что это за субъект такой, с чем его едят, что это за инструмент у него такой забавный, природа организовала. Да, девочка понятнее, теплее, нежнее, она такая же, как я. И главное в этом, она тебя понимает. Мальчик не очень-то. Вот, я думаю, что и у многих парней тоже так. Потому что как раз эксперименты, вот эти игры гомосексуальные, mm-hmm. они больше были, наверное, в лет 12-13 у гетеросексуальных мальчиков. Потому что для них это все-таки просто игра. У нас я в классе просто гонялись друг за другом, да. и раздевали, играли да, в доктора. Да, это взросление, это этап взросления. Но я с ними не играл. Потому что для меня это была не игра, мне это было как-то немножко стыдно. Я бы назвал, наверное, однополые игры. Все-таки про гомосексуальность да. мы говорим в ином контексте. Да? Как бы это именно конкретно осознанная сексуальность. Да. Это однополые игры. А в якому? Давайте вже перейдемо до цієї осознаної, усвідомленої сексуальності. Ми там поговорили про підліткові проблеми, як це відбувається, за яких умов, і що це не обов'язково є якимось маркером, так, який визначає подальшу сексуальність. Що відбувається далі з людиною, коли вона проходить у цей підлітковий вік? І осознає свою гомосексуальність? Так, так. Ну, тут... Если говорить совсем просто, да, то в какой-то момент, понятно, да, у кого-то раньше, у кого-то позже, я знаю, огромное количество историй осознания себя в любом возрасте. Да. Повезло, если это в 12, 13, 14, 15 лет. Почему? Потому что потом жизнь выстраивается таким образом, где такая сексуальность, такой вид сексуальности, это нормально. Да? У нас сейчас в нашей стране, да, как-то проще, потому что есть информация. Да. Но хочется ссылаться к тем вот как раз историям, которые происходили, когда был еще Советский Союз, допустим, лет 40 назад. Да, когда это было уголовно наказуемо, соответственно. И сексуальность даже где-то малоосознанная, да, она выходила огромной потом проблемой. И люди вступали в браки, да, и как опять же это все заканчивается. Вот, ну, печально, конечно. Трагично, даже не печально, очень трагично. Потому что и для женщины тоже. То есть, да, обычная постсоветская или советская женщина, когда твой муж, от которого у тебя какое-то количество потомков образовалось, вдруг уходит даже не к любовнице, которую можно пережить, а к мужчине. К любовнику. К любовнику. И уходит с таким лицом и такими глазами, что понятно, что его никаким приворотом не приконопатить. Вот. Ну, принаймні, не ревнуєш, немає конкурентки. Ну, пішов до чоловіка, пішов. Смотрите, нічого вже тут не зробиш. Вопрос в том, что в общем-то, сейчас огромное количество есть организаций, да, которые поддерживают ЛГБТ-подростков, в частности, да, вот в этом периоде. Огромное количество организаций, мероприятий, информации, да, по поводу того, как вести себя в периоде камин-аута. Да, потому что камин-аут, опять же, это огромный процесс от принятия мысли, когда появляется первая мысль или первая, допустим, эрекция, да, в сторону своего пола, вот это уже начинается с камин-аута, начинаются вопросы, а что происходит со мной, да, как это происходит со мной. И до полного принятия, когда ты окружаешь себя людьми, которые принимают тебя, твою гомосексуальность, да, и ты сам, в общем-то, не испытываешь никакой внутренней гомофобии. Вот поэтому в данном случае, скорее всего, искать помощь, не оставаться ни в коем случае в одиночестве, если у тебя какие-то вдруг вопросы возникают внутри, что это неправильно. Ще я би так на хвилину повернулася до попереднього питання, коли чоловік 10 років, припустимо, прожив з жінкою, в нього є діти, потім він іде до чоловіка, і дуже часто аргументом є, от дивіться, от він десь там подивився, побачив і вирішив, що він хоче тепер бути з чоловіком. Що відповідати таким людям, тому що ми розуміємо, що це не так, що основа сексуальності, ні, вони ще, от як цей міф розвінчувати, який аргумент доступний навести? Його навіть складно розвінчати логічно, чому? Тому що настільки сама постановка цього вот стереотипа, да, вот формулировка. Дикая. Дикая, да, что я думаю, что тут нужно, вот если такой есть миф, да, и все-таки я про конкретного человека. Допустим, какая-то женщина или мужчина тебе говорит о том, что вот мой муж ушел к другому мужчине, потому что он посмотрел фильм «Горбатая гора».
Да? Я бы тут с точки зрения, наверное, все-таки психологии, да, и терапии спросил, а почему ты так думаешь? Ну, это вот больше по Аниной части. Искать нужно где-то вот туда идти. Ну, мы сейчас как бы пытаемся дать, наверное, общие рекомендации людям. Да, пытаемся. Поэтому как бы уходить в терапию в эфире, у нас просто нет такой возможности. Это глобальные заблуждения общества, это, не побоюсь этого слова, недоразвитость общественного интеллекта и знаний. И когда мы сталкиваемся с такой вот, с таким вот вопросом, ну, вне терапии, просто говоришь, послушай. Он просто жил с тобой все эти годы и представлял в голове другое. Прими. Это была досадная случайность в твоей жизни. Вот и все. Ты знаете, как то же самое, ну, какие-то глупые просто вопросы, ответы в голову приходят. Но он наверняка посмотрел передачу про, допустим, там, вегетарианцев. Но он же все равно требует у тебя вечером котлеты, да, все эти 20 лет с тобой жил в и требовал. В мире животных посмотрел, в мире, да? Животных, в мире, да, животных. Animal behavior, да. Или, допустим, какую-нибудь передачу о том, как люди там покоряют вершины, открывают новые. В Советском Союзе Дроздова. Кстати, бывает. Насчет покорять, бывает, люди смотрят передачу и начинают покорять. Возможно, что у именно конкретно у этого, да, человека. Но это спящее, да, все равно спящее внутри тебя, зовущее тебя. Ну, и вдруг, да, ты проснулся, да, вот этот самый инсайт, я хочу именно покорять эту вершину. Или я посмотрел там передачу Дроздова, и он сказал, минуточку, внимание, вот они сейчас начнут размножаться, и я вдруг до меня дошло, что мне вон туда. Какая разница, какой внешний импульс твоя психика, твое восприятие найдет для того, если ты внутри уже ищешь ответ, если твое подсознание в пути поиска, да, этого ответа. Ну все, хлоп, понимаешь, и приехали. Угу. То есть получается, что мы психически, психологически готовый продукт. Нас нельзя поменять. Зачем мы ходим к психотерапевту? Что мы в себе хотим поменять? Отношение к своим собственным особенностям или что-то? Принятие, скорее, большая степень осознанности самое себя. А поменять ничего нельзя. Этом. То есть мы как бы готовы продукт из ингредиентов, там, например, нет, детские травмы, мамины ошибки, папины невнимание, что там еще можно? Борщ из детско-родительских отношений и травм, детских травм. Ну, не так это на самом деле. То есть мы, конечно, готовы в каком-то смысле продукт, но какие-то вещи при желании можно менять. Ну, развиваются же люди. А может, ориентацию тоже как-то? Куда-нибудь защитить диссертацию докторскую? Что, о, я научился. Ну, это пытались делать, мне кажется. Ну, же неоднократные попытки были, какие только не ну, как только человечество не слепило себя оптимизмом, давайте мы эту болячку вылечим. Ну, ничего же не вышло, ну, сколько же можно. Ну, зачем же биться головой в закрытую дверь? Зайди, и вон рядом все открыто. Все просто, просто прими, просто осознай. Это вот так. Это многообразие человеческого, сексуального и не только, и социального поведения. Это нормально. Зачем же в черно-белой жизнь? Это не жезл милиционер. Но все-таки мама этого мальчика думает, что это ненормально. Она боится, вот мы уже высказали какие-то мифы и стереотипы. Да. Еще есть парочка стереотипов. Вот насчет того, что они постоянно друг с другом трахаются, как кролики. Видимо, вообще странно, если мама об этом вообще думает, потому что они трахаются с друг другом, как кролики. Это продвинутая мама. Слушайте, это такая мама, такое хорошее кино смотрит настоящее. И жена у меня думала, и мама тоже. Ну, на самом деле, тайна или не тайна, как бы, да, говорим как есть, трахаются все как кролик, как правило, да, независимо от того, это гомосексуальные или гетеросексуальные люди, да, и другое дело, что когда трахаются, можно это слово говорить? Можно. Да? Можно. Когда трахаются гомосексуальные люди, почему-то это стереотип, да, какой-то такой появляется, когда это делают гетеросексуальные люди, то это, в принципе, норма, да, для парня есть тоже такой стереотип, что ему, у него одна девушка, вторая, третья, штабелями ложатся, метлу нужно покупать для того, чтобы потом отгонять, потому что он красавчик, да, и это, в принципе, нормально почему-то, да? Для девушки, да, скорее всего, нет, опять же, стереотип очередной, да, что для женщины много мужчин, это, ну, это уже как-то не камильфо, да, вот. Чутка-то уже этот стереотип сдвинулся. Я как раз хотел дальше спросить, не повлияли ли геи со своими гей-браками и так далее на всех остальных? От давайте після перерви на новини буквально перервемося на кілька хвилин і повернемося до цієї теми.
Ще раз усім вітання. Це проект Good As You, в якому ми говоримо про толерантне ставлення і про прийняття інших, і про прийняття себе в тому числі, так? Тому що це не менш важливий момент у психотерапії, наприклад. А говоримо ми сьогодні якраз із психотерапевткою Анною Іскровою і з психологом Нікітою Пермяковим. Ще раз усім вам вітання. Мене звати Христина Петрик. Вітя Бревіс тут поруч зі мною також є. Вітя запитував, чи не вплинули якраз одностатеві стосунки на руйнування. Да. Що, інститут сім'ї чи... Наприклад, теж на інститут сім'ї і взагалі на отношення к отношениям у всього общества. Зараз просто появились по цьому поводу статті, доволі таки інтересні. Ну, кризис института брака наступил вместе со всеми остальными кризисами. То есть институт брака очень сильно удерживал религия зонтичная, да, то есть очень сильно как бы как регулятор человеческого поведения, как базовая модель. Или такое как бы чудное советское общество, да, где муж тайно посещает любовницу, и все уже все на ковер, на партсобрание, да, то есть вот эти вот все вещи. Все меняется, система пластична, то есть как бы происходят определенные сдвиги общественного сознания. Насколько повлияли гомосексуальные браки на подобного рода вещи, мы сказать не можем, потому что я не знаю, проводились ли такие исследования. Ежели исследования не проводились, ну, значит, это домыслы социологов, которые вообще любят домысливать. Социологи? В частности. Ну, все любят домысливать. Я когда-нибудь, может быть, в каком-нибудь радиоэфире расскажу, как пишутся диссертации. Думалось. Не, понятно, что это не социологи писали, это просто люди. Ну, просто люди. Ну, честно говоря, это какой-то определенный страх, опять же, да, то есть да. Кто-то должен быть виноват. До этого были виноваты одни какие-то группы, сейчас будут другие, потому что вот гомосексуальные браки. У нас в стране вообще хоть есть один гомосексуальный брак? В нашей стране. Враг. Враг. Враг, гомосексуальный враг, внешний. Навал. Нет, в данном случае в нашей стране вообще в принципе такого понятия юридического гомосексуального брака его нету. Поэтому как он может повлиять на гетеросексуальный нормативный брак, я, честно говоря, не вижу. Другой вопрос. Европа, ну, конечно. Никита, ахинею нести легче, чем тяжелое бревно. Я всегда это говорила, понимаешь? Это же человеческие домыслы. Они продуцируют свои... Вот я посмотрела, вот прошел гей-парад, после которого батюшка с кадилом прошелся я радостно. Поправлю, это был не парад, а гей-прад. Прайд. Прайд, это был марш. Ревности. Да, марш. Да, окей. Ревности. Ревности, марш. Гей-враг и марш ревности. Гей-враг и марш ревности. Гей-драки еще есть. Прекрасно. Вот, батюшка потом прошелся. Я мониторю ленту Фейсбука. Каждый собрал свою долю хайпа, по большому счету. Да. Те организаторы данного марша, они имеют свои цели, да, батюшка свои. Три хвилины славы утримали свои. Да, каждый свою минуту славы. Да, каждый свое внимание получил, минута славы. Но интересно... выхлоп, да, постфактум, что пишут люди. Ну, такой некий социальный фейсбучный срез. Вообще очень забавно. А кто-то пишет о том, что это плохо, и что это чудовищно, и вот домайданили, вот вам Европа, и так далее, да. Таких мнений достаточно много, но о многом говорит, правда? То есть о том, что все-таки вот эти вот массивы человеческого мышления еще есть куда двигать, и я не знаю, какие атланты будут это делать. Есть чем працювати. Еще очень долго, потому что вот эту вот монументальность убеждений, заложенную многопоколенно, три поколения, убеждение оседает очень глубоко. Бо просто коли зануриєшся на такий рівень дискусії, верніше, опускаєшся, і теж виникає стільки запитань, наче це зрозуміло, а ти чуєш якісь такі речі, які навіть... Фантастика, да, просто... Фантастика, і ти не знаєш, як спростовувати фантастику. Ну вот, фантастика прямо в ленте Фейсбука. Кто-то пишет, пускай они трахаются за закрытой дверью и не ходят здесь, вот это вот не маячат перед нашими детьми. То есть у них существует по-прежнему это удивительное убеждение, что это каким-то образом может повлиять на вообще выбор ребенка. Ходи ты, не ходи, если он такой, то он таким и станет. У меня никто не ходил в детстве. Никто. Я бы, знаете, добавил, на самом деле... Никто вот не ходил, правильно, в советское время никто не ходил, никто не выступал, за это сажали, за это, ну... Там было по-другому, там Тому, Вітя, ти скільки років у шлюбі прожив, от, якби ходили, можливо, би в тебе і не було шлюбу з жінкою. Можливо, вот это везде так, можливо. Конечно. Вот, везде эта система допущения. И еще одна поразительная вещь, которую я прочла, умней, вроде бы, как мне казалось, человек умный, он написал очень интересную фразу, что...
не надо, чтобы они манифестировали себя и собой, да, то есть ходили вот так вот и с ярким таким манифестом «мы есть». Потому что хотели бы вы, а кто-то написал, что не быкуй, короче. Угу. Вот так приблизительно. Ну, перестань. Ну, не позорься, ну, умный же человек. Ну, что ты делаешь? Что ты несешь? Вот. А он писал, а вы бы хотели, чтобы ваш ребенок... И поехали. Опять же, вот эта вот тема «мой ребенок, я же мать, и не дай боже гомосексуальная ориентация» — это базовый зехер. Вот вокруг него очень удобно простраивать мифологему и фонтанировать вот этим вот проективным бредом. Я сейчас не буду касаться темы бисексуальности, которую эту идею Фрейд там на знамена поднял, у Флиса украл, но неважно, поднял, он вообще много чего украл, молодец. Вот. Да молодец, что? Никто не смог, а он справился. Вот, мы не будем говорить даже об этом. Мы не будем говорить о том, что в фантазиях людей, если действительно создать прибор, проникающий в фантазии, и вот так вот вывести на экран эти фантазии, то практически у 90% промелькнет какой-нибудь сладкий оргазм, если она женщина с женщиной. Или вдруг два мальчика нарисовались в твоей голове, и наоборот, да, или ты парень, и вдруг у тебя раз и парень, и такие-то еще девушки, да, проникли в твою голову. Это присутствует в нашей психике, но такое под грифом жесткого табу, ты дружно подняли транспаранты. То есть люди сами себя боятся. Конечно. Так, а мы о чем сейчас говорим? Мы говорим о социальном табу, о боязни нарушить это табу, о вот этих вот подсознательных хитрованах таких вот внутренних, проникающих в твои сны, в твои фантазии, в твои какие-то вещи. И еще очень хочется свалить в Таиланд и там побыть человеком. Каким? Какого пола? Всякого. Всякого. Ну вот наконец-то побыть, тут уже там жить осталось 4 года, и вот ты поехал и побыл человеком всякого пола. То есть, да, то есть эти все вещи есть. А вот здесь, когда ты в социум попадаешь, когда социум требует, ну что вы, нельзя, как же мои дети, ай-яй-яй. И очень легко манипулировать такими понятиями, как дети, да, гомосексуальность и так далее. Какой-то такой базовый страх определенный, в каждом он есть, да, каждый человек так или иначе, он сексуален. Как говорила Мадонна, как она говорила, да, все равно там бисексуален, гомосексуален, гетеросексуален, или сексуален, или не сексуален, да, но процентов 99,5 людей, они, в принципе, как-то так или иначе, да, сексуальны. Какая-то сексуальность или у них сексуален, есть. Или естественно, эту тему очень нет. легко, насколько там, вот, допустим, токсичный выход батюшки с кадилом. Почему? Потому что вон там где-то опасней. Потому что там это прямая манипуляция, да? Ну, я так считаю. И причем неважно, это батюшка с кадилом, или, допустим, бабушка с иконой, Прокодим. Или просто человек, который имеет какое-то другое убеждение, да? В данном случае он обещает какую-то надежду. Я вас спасу. Почему? Потому что так кто-то сказал, да? И люди, естественно, из-за этого страха их нужно спасать. И поэтому вот раздражитель — это помарш, да? И, соответственно, как выход спасения — это вот кадило. Ну, как-то так. Кстати, Таиланд — это тоже тема. У нас есть эксперт по Таиланду. Рядом со мной сидит, прожил в Таиланде сколько лет? Да, 4 года жил 4 в Таиланде. И вот эти... Я бы еще добавила, да. Что человеку и человеческой массе свойственно против кого-то воевать. Они маркируют себе врага, и как только они намаркировали... А враг-то обычно непонятное. Просто да, так прохожий парень чернокожий. Это туда же. Да? Ксенофобия обычная. Ну да, непонятное нечто, да, будь то цвет кожи, не знаю, то есть какая-то ориентация, какое-то странное за гранью обыденности, понимание, да, представление, человеческое поведение непонятно. А если еще какая-то группа, то образуется сразу же другая группа. Нам надо с кем-то воевать. Потребность такая. А зачем война? А почему война? Это уже тоже, это внутренняя же твоя война. Самим же собой, своей собственной природой. Есть такая интересная история, эксперимент. Ответность конфликта у нас есть. Конфликт, у нас есть такая конфликтофилия у нас есть, получается. Конфликта... Филия, о, завернул. А как еще назвать? Любовь. То есть мы должны с кем-то конфликтовать. Да, я не знал об этом ничего. Априорность какая-то внутренняя в природе человека существует. Такая мартидоносная. Обязательно хочется повоевать. Повоевать и социализироваться. Был такой эксперимент интересный. Взяли рыбку.
по-моему, барбус или что-то такое, да, удалили часть мозга, то есть то, что отвечает за координацию в этом аквариуме, надувание и сдувание этого вот пузыря, да, который там поднимает и опускает рыбку. Запустили обратно. Прошло примерно полтора часа, после этого эта рыбка стала лидером. То есть все поднимались и опускались в этом аквариуме, вся стая этих рыбок за ней, да, но почему? Потому что она себя вела как-то очень неадекватно, по большому счету. То есть, конфликта не было. Ну, в данном случае конфликта не было, но было желание социализироваться у этих рыбок. Поэтому, по большому счету, хочешь... Или идентификация. Да, так создаются секты, да. Так работает политика, так работают опять же, тренинговые какие-то вот направления. Так да, вот про Таиланд как раз. Получается, это мама чего боится-то? Что будет как в Таиланде? Там это все разрешили, и теперь вообще будут все полы менять каждые два года. Им все так там не разрешили. Там... Вот расскажи про Таиланд. Одностатавишь либо дозвала не там хиба? Нет, в Таиланде однополых браков нету, да, запрещено. Я скажу, что есть очень много мифов по поводу Таиланда в частности. Да? Во-первых, эту страну можно бояться не только потому, что там есть трансгендерные люди, да, их там много, или, допустим, гомосексуальные. Она, в принципе, другая, потому что там другая религия. Если, к примеру, какой-нибудь монах из Таиланда, да, вот обычный представитель вот той религии приедет к нам и сделает здесь какую-то свою группу людей, как это было Соша в Америке, к примеру, да, там про у них своя религия. Вот возникнет сразу какая-то группа людей, допустим, да, это христиане, которые будут бояться, да, соответственно, выступать против. Вот то же самое, элементарная другая культура. Что касается гомосексуальности, да, буддизм немножко проще и легче относится к этому, но вот этот миф о том, что там огромное количество транссексуалов, это все-таки миф. Да? Могу объяснить, почему. Но конечно, мы сейчас объясним. Не о транссексуалах, мы о сексуальной свободе, о возможности самовыразиться там, где меня никто не увидит. Не как и где живешь, да, то есть вот где живу, я там должен быть такой среднестатистическое бочковое повидло. Понятное, ясное, удерживать себя в рамках. А потом шмык куда-нибудь, где можно. И там уже вот по полной программе понимаете, раскрыться, получить удовольствие. Дело? Там не то, чтобы это можно. Допустим, в Таиланде достаточно строгие правила, которые регламентируют отношения, да, вот между мужчиной и женщиной в частности. Да? Например, идти за руку мужчине и женщине. Да, еще разделяем очень, очень важное понятие. Есть Таиланд туристический, это Паттайя, Пхукет, да, Бангкок, где очень много туристов, соответственно. И там все для того, чтобы туристам было комфортно. Да, поэтому и возник этот миф, не миф, как бы, а это направление секс-туризма. Да? Вот, если мы берем, отъезжаем, опять же, на 200 километров в какую-то провинцию, да, там Канчинабури, еще куда-нибудь в сторону, вот, очень жестко, там нельзя проявлять на людях свое чувство. То есть неважно, парень или девушка за руку не могут идти, или парень и парень. То есть отношения, осуждение будет и то. Почему? Потому что это не принято. Что касается транссексуалов, опять же, да, у нас настолько табуированная тема, закрытая, процент, я думаю, что примерно один и тот же в каждой стране мира, там, ну, плюс-минус, как бы, да, транссексуалов. Просто там они открыты. Причем как они открыты? Они открыты в тех городах, это Паттайя, Пхукет, Бангкок, да, где это вышло в медийное пространство, стало частью шоу-бизнеса отчасти. Там можно, там очень много туристов. Ну, отношение к транссексуалам в провинции, в деревне, поверьте, что оно, да, оно более толерантное. Да, нежели у нас. Ниже в украинской провинции. Да. И там тоже. Да, 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 да. Но там это не поддерживают. Как бы, да. Я вам скажу, что больше там есть свой какой-то плённый миф о том, что если человек родился трансгендером, да, транссексуалом, это наказание для него, да, кармическое наказание за какие-то страшные грехи в прошлой жизни. Не это ли говорит о том, что тоже эта тема достаточно нетолерантна? Стигматизуется. Конечно. Конечно. А на самом деле ли это люди, у которых гендерная дисфория и так далее, все эти явления, что они прям не могут больше быть же мальчиком или девочкой? Может, они просто так из капризов? Побуду-ка я другим полом. Я буквально недавно смотрел передачу, по-моему, это американская передача или BBC-шная, там как раз было про людей, которые сделали переход, да, и после этого пытались вернуться обратно в свой пол, потому что вдруг подумали, что это ошибка. Там, по-моему, было три героя всего, да, три героя, и это скорее исключение из правил. Почему? Потому что все-таки финансовая составляющая перехода, это дорого, да, в нашей стране это еще и большое количество инстанций, и то есть очень сложно пройти, допустим, 5 лет до перехода, даже до приема гормонов, да, и при этом как бы точно не понимать, чего ты хочешь. А в Таиланде таких много перебежчиков туда-сюда? Знаком там был с ними? В Таиланде, да, конечно, мы работали вместе, в компании у меня работали. Просто люди, которые имеют вот такую особенность, они приезжают в большой город, где к этому толерантно относятся, поэтому их там много. Они в магазинах работают кассирами, да, они работают гидами, в частности.
Почему? Потому что именно в этом месте им более-менее комфортно. Они возвращаются домой, это будут насмешки в спину, и для семьи это не совсем, как бы, ну, скажем так, хорошая ситуация, которой можно гордиться, если у родителей вот такой вот ребенок. Это почти всегда мальчики, которые стали девочками. Томбоев тоже очень много. Леди-бой — это когда вот M to F, да? Да. F to M, то есть из девочек в мальчиков. Их там называют томбои. Томбои. А их тоже много? Да, и клубы есть. Томбоевские. Ну, такие девчонки. Как интересно. Ну, таке враження, що в Таїланді це на якусь певну індустрію вже на тому будують, таку, в певному сенсі, культурно-споживацьку індустрію, власне, конечно, на трансгендерних, да, людей. Конечно, соціально-культурний такий феномен, да, взяли і вивели просто в медійну плоскость на перші канали, щоб не боялись. Как бы у нас теж є такі персонажі, ви їх знаєте, да, які є в телевізорі, в шоу, да, там, як зовут Діва? Монро. Да, да. Друге діло, що вона просто одна, да, там, или там, может быть, два человека там выступают. А в Таиланде их 20. Угу. Так, еще про мифы. Мама боится, что ребенок будет более одиноким, чем если бы про он не был. Да, про одиночество. Угу. Об одиночестве. Что гей одинокий, более одинок, чем одинокий не гей. Может быть, мама что-то боится. В этом и есть. Мама, ну, боится. Я тоже этого немножко боюсь. Скажите мне что-нибудь. Я скажу сейчас следующее. Нашим социуме. Что, вообще вокруг одиночества... Одиночество что это такое? Это состояние, это чувство или это выбор? Если это выбор, то это уединение, это осознанная зрелая позиция. Это уже уединение, другое слово. Одиночество — это человек, который не хотел но бы быть одиноким. Кто-то... Одинок. Нет, кто-то, кто кому-то хорошо в одиночестве, кому-то это доставляет удовольствие. Это его территория, это его пространство, это его душа, это его дом, это его мир. И он не готов в каком-то возрасте нарушать свой строгий порядок, сложившийся появлением другой, достаточно живенькой структурки в виде человечка. Неважно какого, любого человечка. Это напряг. Ну тут мы говорим про усвідомлення. А мы говорим про чувства. Это осознанное одиночество, это выбор, в нем нет трагедии вообще никакой. Вот. Есть одиночество как тоска по объекту. То есть все-таки человек — это существо социальное. Чудесная книга есть у Московича «Человек — социальное животное». Вот так вот. Адлер пишет о том, что мы социальные люди, стайные люди, да, то есть о социальном чувстве он много пишет. Хочется иметь партнера, и глубина проживания травмы одиночества, неразделенности, нерастворенности в партнере. Мне кажется, что здесь гей или не гей одинаково сложно. Но почему боятся мамы? Почему боятся... не мамы, да, то есть, возможно, потому что им кажется, что выбор у гетеросексуального партнера шире, больше, и возможностей пространства предоставляет больше. А так ли это? Это большой вопрос. Я тоже считаю, что это из области мифов. Почему? Да, отчасти, да. Тут... Но объективно, что представники ЛГБТ-спільноти меньше, чем... Не ЛГБТ, не жгом гетеронормативных людей. Мы сейчас идем в глубокую философию, потому что когда ты идешь... Ну, если подивитися на цифры, на статистику. Это Одесса маленький город. Я говорю, нет, Одесса очень большой город. Просто ваше общество, в котором вы общаетесь, будто инженеры, психотерапевты или кто-то еще, вы же не бухаете с водопроводчиками, вы их и не знаете. Если вы выйдете, вы смените профессию вдруг, 50 на водопровод, ваши границы этого мира расширятся. Вот, то есть человек, идущий своим путем, по пути своих осознанных, иногда неосознанных, но хотелось бы, чтобы все-таки осознанных выборов, он структурирует вокруг себя пространство определенным образом. И в этом пространстве, уже выбранном, в этой выборке есть еще выборы, внутри, в глубине. Зачем мне эти квадропроводчики? Я бы тут провел еще аналогию, опять же, миф, да, не про геев, а сильные женщины. Угу, тоже, да, будут одиноки и так далее. Мы сейчас не говорим про социальный аватар, про совершенно большое количество социальных аватаров обычной женщины. На работе она сильная, дома она хорошая жена, любовница и так далее. Да? Тоже почему-то, если девочка или девушка занимается спортом, к примеру, да, то она будет сильная, какой мужик ее
возьмет замуж. Стереотипы не только вокруг геев, а про одиночество я тут согласен полностью, что тут не важно, да, гомосексуальный, гетеросексуальный. Это какая-то очень индивидуальная личностная характеристика и потребность. Да, и или глубина его проживания, она всегда очень особенно, она имеет свой профиль у каждого человека. Вот, а у геев другая немножко в среднем? Вот у вас же есть, наверное, клиенты? Да. Они те же события в своей жизни, они переживают немножко они острее, точно наверное, так да, же такие боятся. Травматики все. Понимаете, когда мы уходим вот в такие вот вещи, как страх, там нет геев или не геев, им точно так же страшно, как обычным людям, ну, этим гетеросексуальным, гоми. То есть, когда речь идет о столкновении, одиночество — это страх смерти, понимаете? Все равно все сами пришли, сами ушли. Не хочу добивать эфир банальностями и танцем, да, то есть это страну. Вот. Это про страх смерти. Как у кого страх смерти больше? У ракового обреченного больного или у приговоренного к завтрашнему расстрелу? У кого? Это про страх. Страх — это базовый инстинкт. Подождите, а ведь сейчас как уже постоянно все больше и больше людей, которые говорят, я хочу один. Не нужен мне никто. Осознанное. Так, это уже осознанное. Тенденция, да. Життя соло, навіть є така. Ну, знаете, тут может смешной вопрос задать, а повлиял ли буддизм на такие выборы, знаете, то есть как бы вот в контексте. Так, да, такой мейнстрим. Ну, думаю, якісь соціально-економічні фактори також вплинули. Люди стали і соціально-економічні, і більше індивідуалістичні. Потому что женщина сейчас может жить одна и даже воспитать ребенка одна. Ну, хвала небесам, що можна. Так они это делали и в Советском Союзе после войны. Ну, вся страна была без мамы, бабушки. Мать-одиночка, ей было тяжело. Все-таки она хотела сказал, кого-то найти. Сказал, что сегодня матери-одиночки просто. Ну, в общем-то, лучше, чем раньше. Да я не знаю. Вот. Но в Европе точно. Женщина одна может вполне себе вырастить ребенка, государство ей поможет. И мужчина-то, собственно, и так и не нужен, вот так, как раньше. Знаете, семья же это была экономический продукт. Очень классная была Камада говорит. Она говорит, что зачем женщине мужчина? Да, это вот ее личная позиция, она больше в буддизм уходит. Она говорит, для кайфа. Потому что я и сама, в принципе, все могу. Я, мой мужчина, для любви, для кайфа, для того, чтобы нам было хорошо вместе. Потому что иначе, как бы, чтобы мне не нужен мужчина для того, чтобы чувствовать себя, меня жалели, что я там без мужчины, к примеру, да, как это стереотип, разведенка, послушайте слово, разведенка, да, как она звучит, как-то вот как-то не совсем красиво. Феминитив такой. Да, да, некрасиво. Вот поэтому стереотипы с есть. Сейчас... А как будет мужчина, разведенец? Разведен. Разведен. А для чоловіків, бачиш, тут вже інший рівень іде. Тут не так важливо, ти розведений чи не розведений. Це більше клімат для жінок. Більше про свободу. Сейчас, в принципі, можна себе дозволити без осуждення общества, а все-таки, як би то не було, ми настільки соціальні, настільки ми зависимі від того, що нас скажуть, зараз просто бути одинокою, самостоятельной женщиной, так это скажем, да, и при этом воспитывать ребенка, при этом иметь какие-то связи, любовников или постоянные. Свобода выбора и возможность это выбирать. Никита, это не значит, что они не объект троллинга, причем жесткого. 40 лет и 40 кошек. Кстати, да. Вот, причем достаточно агрессивного троллинга, опять же, со стороны вот такой вот условно странной нормы. 40 лет, 40 кошек, разведенка с паровозом, паровоз на два вагона, это два ребенка, да, то есть, ну, слышите, как звучит, как это вообще звучит прекрасно. Да, мы говорим, нападают на, ну, батюшка напал на ЛГБТ-сообщество, ну, вот. Хотя, знаете, опять же, вот обычно... на самом деле стереотипность, да, женщина-разведенка, да, как бы ее нужно пожалеть, а если мужчина остался с детьми, он герой, он отец, это умиляет. Тоже можно я так в магазин, кстати, хожу с племянником, да, иду с коляской, если я иду с коляской, да, настолько ко мне отношения, меня без очереди пропустят, все принесут и так далее. Идет жена моего брата, да, своячница, вот совершенно обычное отношение к ней, вот, ну окей, очередь, все, как бы, ну ребенок. Внимание. Це ті ж стереотипи і ті ж такі соціальні установки зайві, які заважають розвиватися в якомусь такому цивілізованому напрямі, які би ми хотіли, які би ми собі десь ідеально уявляємо. Якраз у нашій програмі «Good as you» ми обговорюємо і ці стереотипи, і ці міфи, і пропагуємо, як би це не звучало так патетично, пропагування, в принципі, таке слово достатньо з негативною конотацією, як на мене, тим не менше, ми не боїмося пропагувати толерантне ставлення до будь-кого, одне до одного. Наш час вже
вичерпаний, на жаль. Можливо, на кінець так кожен по реченню, можливо, хтось щось хоче додати, якісь підсумки, резюме підвести. Резюме, ладно, резюме не обязательно. Слушайте, а вот психотерапевту сложно в компании? Вы в компании сидите, пьете чай или что угодно. Сложно. И все думают, а он сквозь мы с моей сложно, мысли все сложно, видит. Сложно, сложно, сложно. Все очень боятся? Сложно. И выйти на перекур тоже очень сложно. Они бегут. Ага. За тобой. Хочу, и рассказывают. Хочу рецепт. Расскажи про одиночество. Нет, стакан расскажи воды. Мне, а послушай, а вот это, а у меня приснилось это, а мой сказал. А у ребенка у моего, он пришел со школы, а там. Я перестала ходить в тусовки. Да? Я хотел как раз потусить с вами. С я обещаю потусим, ничего не спрашивать. Мы с вами потусим. Теперь я очень избирательно отношусь, с кем тусить, а с кем не тусить. Потому что количество вопросов, которые тебе задают, то есть, как я всегда говорю, психотерапевт не приходит с работы. Он постоянно там. Ну, вахта. Это бесконечный диалог. Зашел на Facebook, тебя уже крипанули все твои друзья, моя здесь, туда. Хочется купить эту табличку, касса справок не дает. Да, давай, теперь ты. Хотел подытожить, что очень здорово, да, что я сейчас наблюдаю среди своих коллег, опять же, тренеров, да, психологов, что есть такие достаточно актуальные тренеры, которые понимают, да, которые разбираются в понятиях, что происходит и как происходит. Из этого рожден проект про любовь, где мы говорим про философию любви, да, физиологию. Мы говорим, что такое страшное слово гендер, объясняем, потому что не знают, да, что это такое. Биологический пол, про социальный пол. Сексуальная ориентация. И если мы об этом говорим, и поверьте, как в наших мастер-классах 100 человек, там 120, да, почти никто не уходит, они слушают. Это говорит о том, что наше общество каким-то образом меняется, да. И если каждый, вот ваше радио с этой программой, да, наша с Аней работа дуэтная, каким-то образом вы? Изменится, я думаю, что уже все круто. Где вы эти проводите тренинги-то? Расскажи людям. Ну, мы провели его на аниме, сейчас мы планируем его повторить. Нет, сначала мы его провели в Дивергенде первый раз. Угу. Вот, оттестили, отработали, дофилигранили и вынесли уже красивый медиапродукт, который не стыдно было показать людям. Угу. Это аж за себя саму не стыдно. И, ну, то есть Никита делает это божественно, хорошо и качественно. Вот, и сейчас мы хотим его повторить на территории Стальканата, мы будем его повторять. Ну, пока мы еще думаем, где бы повторять. На да, самом мы деле, пока в размышлениях. На самом деле, да, это йдеться про проект про любовь, векторная casual психология. Знаете, в чем особенность? Mm-hmm. Про любовь вроде все понятно. Векторная casual психология. Векторная — это значит направленная. Да? Casual — это просто. Mm-hmm. Это не какой-то психологический фэшн. Да? Это на обычном, доступном, простом языке. Для чайников, да? Да, да, да. Да. И так психология понятна. Так же просто, понятна. Как джинсы. Да, потому что говорить нужно просто. Даже гендерная идентичность, нужно говорить социальный пол на понятном языке. Когда будет понятный язык, будет и понимание. Друзі, дякую вам за розмову на зрозумілій мові. Тавтологія така вийшла. Гостями сьогоднішнього нашого ефіру був психолог Нікіта Пермяков і психотерапевтка Анна Іскрова. Христина Петрик і Вітя Бревіс для вас також працювали у цій студії. Це був проект «Good as you». Почуємося традиційно на першому міському. Залишайтеся з нами.